В России завершается призывная кампания. В Курской области желающих служить в вооруженных силах немало. Так, нередки случаи, когда студенты берут академические отпуска и уходят в армию. От Северного флота до Черноморского побережья курян ждут везде. Но большинство службы будут проходить в Западном военном округе. Воздушно-десантные войска – самые популярные у курян. Желающих попасть в ВДВ оказалось больше, чем требовалось. 9 человек выбрали альтернативную службу. Все они будут служить за пределами Курской области. Также многие изъявили желание получить образование в вузах Министерства обороны. Отобрали учебные заведения. 368 человек, это 86% от задания. Ну, теперь посмотрим, как наши выпускники, это большей части выпускники наших школ, сдадут экзамены и какой будет процент поступления. В том году он был, скажем так, недостаточно высоким. По словам военкома, нынешний призыв выполнен на 97%, уклонистов 3 человека на всю область. Против них уже возбуждаются уголовные дела.